Добрый день, дорогие друзья. У микрофона друг, это студия Игрокам ТВ. Ну и мы продолжаем нашу рубрику Retro International, ретроспектива на прошлые турниры, турниры топ-градации, равных которым не было и, скорее всего, не будет. Турниры от самого создателя Доты, от компании Valve, от Ice Frog, от всех-всех, кто стоял у истоков и кто никуда от этих истоков и вообще контроля над Дотой уходить не собирается. Зачем, собственно, мы все это затеяли? Очень просто объясню в двух словах. Затеяли мы это с одной единственной целью — понять, проанализировать, выделить для себя моменты, которые в Доте с того времени, с 2012, 2013, 2014 включительно, изменились. Моменты, которые сейчас отошли у нас в прошлое, постепенно возвращаются, либо же отошли в прошлое навсегда. Вычленить их из игры прошлого, понять, какие стратегии реально было бы использовать сегодня, какие стратегии уже силы свои не несут, только потому что давным-давно отыграли свою роль в Доте современной. Ну и где-то в чем-то, вот лично мне, я думаю, что большинству зрителей тоже, я думаю, что есть чему подучиться. Потому что взгляд на прошлое и анализ ошибок, и наоборот каких-то плюсов прошлых лет никогда не бывает лишним. Ну и вот, собственно, такой проект был организован, реализован и продвигается нашей студией. Студия Игрокам ТВ. Планируем, в принципе, максимально сконцентрированно проанализировать развитие Доты на примере матчей Retro International. Ну что, на данный момент выбран был мною матч против команды Natus Vincere против команды Invictus Gaming. Игра состоялась в рамках финала Виноров. После данной игры команда Invictus Gaming свалилась вниз финал Узоров. Там, соответственно, ее ожидала команда LGD, которую Na'Vi туда немного пораньше отправили. Ну и как дальше дела обстояли, я думаю, вы в курсе. Говорить не буду, вдруг в следующем выпуске мы возьмем именно гранд-финал. Ну так вот, команда Natus Vincere на том турнире, на втором International, в отличие от International 3, в отличие от International 4, о котором вообще не хочется вспоминать, в концепции команды Natus Vincere шла исключительно по винорам. Они ехали туда 100% хедлайнерами и фаворитами по всем абсолютно по всем каким-то статистическим данным, по всем мнениям экспертов, аналитиков. Na'Vi ехали туда, ну, в большей степени победителями. Смотрел я ставки того времени, 2012 года, и конкретно на этот матч, и у Na'Vi просто подавляющее преимущество. Если по цифрам, то 61 на 39. Вот такие вот букмекерские были соотношения. Ну, сами можете понять, что победу IG в данном матче никто не пророчил. Примерно та же история была над гранд-финал. Na'Vi немного там потеряли, потому что IG показали великолепную игру против команды LGD. И, выходя на Na'Vi в гранд-финал, уже некую форму более-менее подобающую являли собой. Ну и немного Na'Vi там потеряли в вопросах букмекерских предпочтений. Но, с другой стороны, Na'Vi не только у букмекеров потеряли доверие, особенно после сыгранного все-таки гранд-финала, где Na'Vi, к сожалению, всех СНГ-шных болельщиков уступили со счетом 3-1, уступили, прямо-таки сказать, сенсационно своим соперникам. Но до этого был матч против IG в финале Виноров, который мы с вами и наблюдаем. Ну и давайте понаблюдаем теперь с аналитической точки зрения на пике, которые сейчас, вот прошу заметить, уже практически не используются. Конкретно говорю я об антимаге. Когда кто на 10 июня 2015 года, вот этот момент, когда кто последний раз видел антимага, сколько месяцев назад, хотелось бы узнать. Но я 1000 лет уже не видел антимага, и антимаг в 2015 году вообще практически не берется. Это антипикабельный герой. Я даже в банах не упоминаю данного героя. Очень-очень редко, и то индивидуально против кого-то, в частности против Na'Vi. Я помню, что кто-то банил, но тоже команды невысокой градации. Против антимага научились играть, да и антимаг сам по себе стал не настолько опасным оружием, как это было вот в далеком, можно уже так сказать, далеком 2012 году. Ну, на тот момент хвост на антимаге
ну просто, мягко говоря, божил, хвост на антимаге творил дичайшие чудеса, и ультракиллы, и рэмпейджи от хвоста залетали, не знаю, в этом ли это матче будет или не в этом, специально, предварительно, для хотя бы какой-то новизны и удивления, я этот матч не пересматривал лично, да, я знаю результат, да, я знаю, чем закончится, я знаю, сколько будет матчей, но... Как будут эти матчи протекать у нас, соответственно, не в курсе, чтобы хоть какую-то эмоциональность сохранить. А то если бы я все знал и пересказывал вам бы уже прочитанную книгу, я думаю, что не очень интересно было бы всем и каждому. Ну, Пупику, Натус Винсер забирают себе Чена, Антимага и Тайдхантера. Чен для Пупея. Чен, который, в принципе, берется и сегодня. Антимаг у нас, соответственно, отошел из пиков. Тайдхантер... продолжает заходить в пики, но все реже. В 2012 и 2013 году, кстати, Lost BKB-шечка, Тайдхантер был практически постоянно либо в пике, либо в бане. Но со стороны Invictus Gaming, Broodmother, которую тоже совсем недавно вспомнили, которая в 2014, вот я вчерашний выпуск, выпуск с 2013 International, с третьего, команда Na'Vi играла у нас против Orange'ей, анализировали, разбирали данный матч. И я смотрю, что в 2013 году много чего возвращало, много чего из 2013 года вернулось в нынешнюю доту мая 2015, июня 2015. И здесь смотрю, 2012 год тоже ближе к International. Примерно похожая ситуация. Бруда есть здесь в пике. Бруды, например, в 2014 не было даже близко. То же самое касается и Антимага. Его... конец 2014-го, начало 2015-го вообще забыли. Может быть, к International о нем вспомнят. Может, дух International повеет где-то над, над стратегиями команд и начнут брать таких серьезных, жестких ребят, которые в лейте, в принципе, ощущать никого не должны. Ну, по пику команды Invictus Gaming. Морфлинг. Морфлинг, который... тут в данном вопросе будет классический морфлинг, который не будет у нас, как уже повелось в 2015-м, стоять на сложной линии, собирать себе Меку, собирать себе Еул, собирать себе, боже упаси, Даггер. Этот морфлинг, если пикается в данной команде и в данном матче, то пикается исключительно с одной единственной целью — разбивать голову антимагу. И морф, который... постепенно у нас из мощнейшего керри, тем более китайского керри, морф, мне кажется, вот у него нарисован, в общем-то, европеоидный разрез глаз на иконке, но я думаю, что стоило все-таки немножко подсузить разрез глаз, потому что так часто и так много, как морфа пикали китайцы, не пикала ни одна локация вообще, ни одна географическая какая-то единица. Веник появляется для команды Natus Vincer. Веник вот в 2014 у нас светился очень часто, в 2013 его практически не было. Ну вот, я смотрю, через год как-то идет. 2013 мне очень напомнил 2015 по пикам, а 2012 вижу, что все ближе к 2014 году подходят. Ну и Night Stalker от команды Invictus Gaming. Night Stalker от TaiG, как просто как привет Art Style, которого на этом International уже нет. И... кстати, примечательно, обратите внимание, первый бан команды Invictus Gaming. Первым же баном уходит у нас Пуш. Пуджа в этой игре не будет, хотя спрашивается, чего бы это. Ну, понятное дело, чего. Na'Vi перед этим за счет Dendy передергали этим Пуджом команду LGD, просто сравняли ее с землей. И, конечно же, Invictus Gaming понимали, что эта страта может пойти и дальше. К этому матчу, я думаю, мы обязательно вернемся чуть попозже. В одном из выпусков матч, где Dendy на Пудже... творил новую историю доты, мы пересмотрим. Ну, по пику команды Invictus Gaming. Давайте разберемся. Морфинг у нас уходит, скорее всего, фармить легкую линию. Тут, собственно, и думать нечего. Рубик, Шадоу Шамана будут у нас с саппортами. Бруда, скорее всего, отправится в сложную. И Найт Сталкер отстоит у нас на мидлейне. Найт Сталкер будет стоять против Квапы от Денди. Веник, я так понимаю, что заходит для... для кого он, собственно, здесь заходит? Скорее всего, для Смайла зашел здесь Веник. Лост заберет себе Тайдхантера, ну и Пупей будет играть на Чене. Ну, мне видится такая картина. Давайте разбираться, как вообще все это будет происходить. Лост забирает Тайдхантера, да. Все-таки тут без удивлений. Дэнди будет играть у нас на Квапе. Пупей забирает себе Чена. Смайл, он же Арс Арт, забирает себе Веномансера и хвост на Антимаге. Антимаг с одним блейдом, если я не ошибаюсь. Да, с одним блейдом. Нарисован один блейд у хвоста. Тогда еще не были так сильно
разрисованные и улучшенные шмотки. Тогда не было еще такого бума маркетингового, которого Valve сделал чуть-чуть попозже, в 2013-2014 году. Тогда все было гораздо проще. Иконки героев, вот, например, Рубик без головы, тоже нормальная тема абсолютно. Где сейчас взять такой сет, непонятно. Команда IG по расстановке лайнов, скорее всего, придет у нас к классической схеме. Будет один керри и два саппорта, причем лайновые саппорты. Shadow Shaman и Рубик более чем полезны в данном случае. То есть задержать, застопить. Туда же под телекинез бросается Хекс. После этого бросается сетка. И как уходить от YBF на Найтсталкер, у которого, к слову, еще и замедление есть, конечно, сложно понять. К тому же Тайдхантеру будет не очень сладко на этой линии, и Лост вынужден будет здесь терпеть. Ну, об этом мы немного позже с вами узнаем. Жоу отправляется в мидлейн на Морфлинге. Чуань на Рубике пока что занимается девардингом. Это, я так понимаю, сентривард. Скорее всего, да. Это малый дум. Ну, много чего. Тут игру приходится в Dota TV смотреть в качестве реплея, поэтому очень много будет неких багов. Вот, так что тут не обращайте внимания, тут такова ситуация. Феррари, кстати, играет на сложной линии в данном пике. Феррари отправляется в соло, отправляется против квапы от Дэнди. На мидлейн отправляется у нас Хвост. Будет стоять против Джоу и против Чуаня. И вот тоже, кстати, удивительная вещь, которую сейчас редко приходится видеть, если речь не идет о Виспе, например, и ком-то из керри. Либо это Свен, либо это чаще всего Тини. Вот, поэтому... Ситуация достаточно интересная. Арсарт в роли саппорта находится на мидлейне. Идет у нас через Веном Гель. Морфлинг в роли керри стоит на мидлейне против Хвоста в роли керри. И Чуань у нас саппорт. Причем фулл саппорт и фулл саппорт, который на мидлейне. То есть такая вот смена линиями, в общем-то, без особых каких-то изменений. То есть что так бы 2-1-2 было, что так 2-1-2. Только в этом случае... 2 против 2х стоит у нас только на мидлейне. Только на мидлейне. А со стороны команды IG внизу дабла стоит. Зато в соло стоит игрок команды Na'Vi. Ну и на топе 1 против 1 стоит. И единственный, кто у нас гуляющее звено, это Пупей. Пупей на Чене. Команда Na'Vi на позиции 2012 года уже являлась действующим чемпионом International. Разумеется, неудивительно, что предрекали победу данной команде. Они, во-первых, были действующими чемпионами, во-вторых, значительно усилились. Потеря арт-стайла не сильно сказалась на игре команды. Арсарт влился на 100% хорошо, Дэнди тоже у нас переместился на мид. После ухода арт-стайла и заиграл там новым вообще абсолютно уровнем. И смотрелось это достаточно хорошо. И в какой-то момент даже гораздо ярче, чем это делал арт-стайл. Конкретно на миде. Да, арт-стайл у нас потрясающий агрессивный игрок был в свое время. И давил, еще раз давил. Причем по всей карте и героями, которые по сути не должны давить. Но касательно стояния на линии... В этом Дэнди явно помощнее выглядел арт-стайл, ну и сейчас, разумеется, тоже помощнее. Я говорю о ласт-хите крипов, я говорю о удержании линии на какой-то позиции, удобной для фарма. Ну и, понятное дело, вещи, командная игра, комбинационная игра. В этом вопросе Дэнди как-то менее агрессивен, чем арт-стайл, чаще... думает, прежде чем действовать. У арт-стайла же наоборот. Он сначала действовал, потом разбирался, что пошло не так. Это хорошо, что на первом интернешнле все пошло так. Ну, команда была на таком ходу, что не могло не пойти. Ну, там одной харизмой можно было вытащить и инт, и я думаю, что половину призовых надо было бы самому арт-стайлу дать за все интервью еще в процессе первого интернешнла. На данный момент 3,5 минуты сыграно. Команда Na'Vi и команда IG ни единого фрага не сделали. Играют по всей карте, экшен вроде бы у нас везде, игроки встречаются на линиях, игроки обмениваются ударами, но при этом умудряются
не проявлять такой агрессии, чтобы кого-то заставить, например, пойти под фонтан или кого-то вообще тут заставить уйти с линии. Ничего такого. Просто спокойненько стоят, формят. Ну и давайте анализировать, как это вообще у кого выходит. Найтсталкер от YYF 20 на 8. 17 на 17 у нас у Жоу. И согласитесь, немножко впечатляющая ситуация. Задинайных крипов у Морфинга столько же, сколько и убитых. Притом убитых крипов у него практически максимальное количество на карте. Он отстает только от собственного тиммейта от YYF. Как бы ситуация великолепная. И в свою очередь хвост, которого поставили на мидлейн. Теперь вопрос, на кой хвоста ставили на мидлейн? Сейчас я думаю, что уже с колокольни 2015 года можно задавать такие хамские вопросы. И вот скажите мне, зачем поставили хвоста на мидлейн, если игрок стоит со счетом 1-3? Смотрится это немножко странно, и хвост остается без фарма. У хвоста есть левел, но с этим левелом непонятно, что делать, когда никаких артефактов на антимагии нет и не предвидится. Арсард даже покупает себе сапог в данном случае. Смайл уже у нас с сапогом. Хвост все дальше идет без сапога. У него немного совсем денег. У него практически не прибавляется фарм в принципе. Ну и вот вам, пожалуйста, ситуация. Зато 4 игрока команды Na'Vi перемещаются на топ-лейн. Na'Vi готовы пушить. Без вардов. Без вардов от Смайла. Лост через Anchor Smash идет у нас, через Cracking Shell и Gash. Если вдруг придется цеплять, ну, главное ударное звено здесь, конечно же, Чен. У Чена близко где-то мека, но пока мекки не приобретается. Ну и Пупей со своими лесными животными собирается на топ-лейн. Забрать топ-лейн Na'Vi смогут без вопросов, тут, конечно, и проблем быть не должно. Феррари в крайнем случае может задынать. Мы видим, что Феррари близко не подходит. Так, по Vision тут, конечно, траблы. Не очень понятно, как эти варды выглядят. А ну-ка. Примерно вот так выглядит вард. Вы его видите? Нет. А он там есть. Что, команда Na'Vi на мидлейне теряет в это время собственный тауэр. Они забирают тауэр на топе и теряют тауэр на миде. Жоу перекачивается в силу. Жоу отсюда старается уйти. Виномансер забирает у нас. Виномансер, точнее, у нас отлетает в таверну. Команда Na'Vi YYF начинает нарезать ласта. Ласта Пупей отправляет на базу. Но Пупей сам здесь 100% огребет. И Пупей, в общем-то, разменивается на пустое место в принципе. Команда IG ведет со счетом 0-2. Началось все достаточно удачно для Na'Vi на топ-лейне. Но когда игра переместилась на центральную линию, тут Na'Vi уже оказались бессильны. И животные Пупей, и сам Пупей, и Лост, и, конечно же, Хвост, который, по сути, краеугольный камень. Главная проблема команды Na'Vi на данный момент. Хвост, которому отдали самую продуктивную и полезную линию. Я думаю, никто не будет спорить, что с мидом дела обстоят именно так. И на миде ты получаешь максимально быстрый левел. А если у тебя ровные руки, я, конечно, не сомневаюсь, что у Хвоста ровные руки, но вопросы в любом случае есть. Но если у тебя ровные руки, то не заработать денег на миде, ну, это просто странно. Я думаю, что здесь, на этой стадии игры, в финале Winner of International, Хвост получал репорты какие-то, играл бы в пабе с тем же составом команды Na'Vi, зарепортило бы 8 из 10. Но сам факт. Хвост на антимаге был отправлен на мидлейн. Хвост на антимаге на мидлейне нифига вообще не выфармил. И Хвост перемещается у нас на топ-лейн. Хвост перемещается на легкую линию, когда уже снесен тавер. Здесь от команды Na'Vi. И фармить Хвосту здесь будет некомфортно совершенно. И что-то мне кажется, что команда Na'Vi в неизвестном направлении движется. И данную игру непонятно как вообще вывозить. Ну что, Жоу цепляет Дэнди. Жоу перекачивается в силу. Жоу уже 1000 хп, ну и... И, кстати, если бы в 2015 году, еще раз отсылку сделаю на сегодняшний день, если бы в 2015 году на 8-й минуте вышла бы на Морфлинга Квапа, у которой вот такой вот скилл-билд, как у Дэнди, то Морфу, конечно, было бы не сдобровать совершенно, потому что такой Морф обычно стоит без фарма, стоит без артефактов и без лева. Здесь же Морф на мидлейне нормально себя почувствовал, это не оффлейн Морф, у которого мека первым артефактом, и она в приоритете вообще для всей команды. Этот Морф полезен. А вот что сказать об антимаге, которого команда Na'Vi умудрилась поставить на мид, ничего хорошего это точно. Антимаг умирает у нас первый раз, но при этом как таковой пользы своей команде не приносит. 8,5 минут сыграно, и
IG к тому моменту ведут уже 5000 по голде и по экспириенсу почти 3000 тоже в пользу команды IG. И на 2013 год, я вчера приводил в пример, это были бы большие деньги. К 2012 году это были огромные деньги. То есть обесценен дефолт у нас, такой вот своеобразный, инфляция вообще валюты происходила, чем дальше, тем больше. Сейчас, в 2015 году, отыграть 20 тысяч золота и 25 тысяч экспириенса, это на 40-й минуте удачно подраться два раза. То есть забрать минус 5 или забрать минус 4, это вот и есть отыграть это преимущество. Чтобы отыграть преимущество в 20 тысяч голды и 25 тысяч экспы в 2012, надо было, я не знаю что, надо было заложить какой-нибудь орган куда-то и проплатить просто кому-то, чтобы механику доты поменяли. Лично айсфрогу занести мешок денег и попросить, чтобы он дорисовал тебе 20 тысяч голды. То есть это было в принципе невозможно. И если преимущество на 10-й минуте достигало 7500, то команду можно было хоронить. И что-то мне говорит о том, что команда Na'Vi с таким примерно окончанием данный матч и завершат. Ну, сейчас 7500 золота, 3000 экспириенс. Давайте смотреть артефакты и как вообще у нас те, кто при денежках собирались. У Чуаня. Тут по классике Аркан Буцы ничего не надо было выдумывать. У Бруды 200 на руках. Соул и Ринг есть. Но Бруда, кстати, не сильно от современной отличается. Бруда постоянно, почти не имеет артефактов, но при этом у нее куча наличных денег. Куда она их инвестировать будет, это уже ее личное дело. Ну, тут, в принципе, ситуация схожа с нынешним временем. ПТ у нас у Морфлинга, Рейс Бенд тоже для него есть. Тогда еще никаких аквил не было. Это, кстати, новый итем билд. Видите, что Муншард здесь, и Гвардиан Грифс, и Октарин Кор. Понятное дело, что в 2012 году представить никто не мог, что можно будет Меку совместить с Аркан Буцами. Да, изви вообще ужас какой-то. Вот. Ну, понятное дело, что и Аквила здесь не было, но Морфана появиться не могла. Ну, сборка, в общем-то, классическая. Морф тогда у нас шел в Линкен сферу. Морф вел себя примерно так, как еще как-то какие-то олдовые ребята, олдскульные, ведут себя в пабах. На Морфа приобреталась Линкен сфера, на Морфа приобретался Этериал Блейд, и Морф просто разряжался одним выстрелом и разваливал через Адаптив Страйк, через Вейформ, разваливал любого героя на карте. А Линкен сфера была нужна с одной единственной вообще целью. Линка должна была хотя бы один каст останавливать, чтобы Морфа Бёрст Дэмэджем не сносили. Это касалось Лины, это касалось того же Леона, да много кого. Раньше как-то более серьезно относились к скиллам, и скиллы точечные старались и выйдеть максимально. Ну и Морф, соответственно, в линку у нас, скорее всего, и выходит. Я думаю, что здесь Ultimate Warp уже появится совсем скоро. Команда IG вот такого красавчика здесь себе пикнула и реализует его на 5 с плюсом. Фейс играет у нас на Shadow Shaman, и Фейс играет через агрессивного Shadow Shaman, который спушивает уже четвертый даже, нет, пятый тауэр команды Na'Vi. 12-я минута, и пуш-пик пушит. То есть китайцы чем славились раньше и сейчас? Если берется пуш-пик, то ерундой этот пик не занимается. Этот пик, в свою очередь, делает исключительно то, ради чего он брался. Берется пик, чтобы пушить, пик пушит. Берется пик, чтобы ганкать, пик ходит и ганкает. Это беда скорее СНГ коллективов, а тут вопрос не временных рамок. То есть 12-й год, 15-й, 41-й год, неважно абсолютно. Тут вопрос конкретно менталитета. Команда китайские, они не заигрывались. Они не позволяли себе вольности, они не играли на каком-то кураже. При этом, кстати, команды достаточно импульсивные, команды весьма эмоциональные, если посмотреть на их радость каждой победе на любом абсолютно этапе. Но если смотришь во время матча на команды, то там покерфейс у каждого и вообще непонятно, переживают ребята, не переживают. Потом после матча они позволяли себе какие-то эмоциональные шаги. У команды Na'Vi совершенно такого не наблюдалось. Команда Na'Vi вообще одна из наиболее экспрессивных, импульсивных и... Еще раз не устану вообще повторять. Команда, которая шла всегда против правил доты. Они всегда уменьшали свои шансы. Так, хвост здесь, скорее всего, должен убегать, да. Команда Na'Vi всегда, такое ощущение, что заведомо уменьшала свои шансы, чтобы достаточное количество адреналина помогало им играть на уровне. Они всегда сливали катки и уходили куда-то вниз.
в какую-нибудь сетку лузеров, когда вообще шансов уже остается всего ничего, и там из этих соплей выбирались и оказывались в гранд-финалах. Там в гранд-финалах что-то доказывали. Они всегда катки, которые важны для них, невероятно важны, сливали до потрясающего отставания по золоту, по экспириенсу. Ну и такая психология коллектива. И она сформировалась уже не одним годом. То есть если бы Na'Vi тащили со старта, то, наверное, это где-то не в том турнире, который действительно много денег сулит команде. Они могут тащить со старта в каких-то простячковых турнирах, а могут слить 100%. У команды из Китая такого, в принципе, быть не может. Если команда на уровне, если команда готова реализовывать новые страты, она их будет реализовывать с полной ответственностью. Ну, как примерно сейчас. Команда IG всего 3 килла сделала, но при этом всего лишь один внешний тауэр стоит у команды Na'Vi. Ну и Жоу прилетает на нижний лайт сразу же. YYF вгрызается в Light of Heaven. Lost. Lost не тратит Ravage. Lost тут на Веру сыграл, и Вера, собственно, оправдан. Чен отправил его на базу, Пупей засавил своего тиммейта, но при этом потерял нескольких своих животных, но тоже, в принципе, плюс для команды IG. Ну и команда IG теперь, я так понимаю, вместе с Змеями Фейта будет идти и расковыривать тавер. Пожалуй, что так. Ну, команда, кстати, Na'Vi, команда Na'Vi, образца 2012 года, еще немножко тут по информации из истории, команда Na'Vi образца 2012 года оказалась на втором месте по заработанным деньгам, и проиграла она, разумеется, команде IG, которая забрала топ-призовые на интернешнале, но Na'Vi тут не одним интернешналом жили, Na'Vi выиграли много европейских ивентов, Na'Vi в Китае там нормально деньжат приподняли, где IG пренебрегали турнирами. Короче говоря, Na'Vi были действительно на ходу. Здесь видим, что IG просто катком сминают коллектив Natus Vincere. Скорее всего, игра эта закончится уже очень даже скоро. Ну и варды не самые удачные. Варды были для драки. Всего лишь 5 из 8 вардов у нас плюет в сторону тавера. Ну, команде IG это не сильно помешает. В это время Ferrari разваливает у нас по-быстрому хвоста, и задайте свой вопрос хвосту лично, если вдруг увидите. Спросите, что случилось в 2012 году, в конце августа, против команды IG в первом матче. 48-8 счет у хвоста по крипам, 0-2-0 счет по убийствам и смертям для хвоста. Ну и хвост, мягко говоря, не то чтобы не затащил, он вообще эту катку слил 100%. Ну, видим, что Na'Vi не в форме на этом матче, это точно. Пик был проигран, пик не нес никакого контрпуша, поэтому очень легко справились игроки команды IG элементарным Shadow Shaman. Просто развалили тавер за тавером. 8-го левела Shadow Shaman, ни одного убийства, ни одной смерти, один несчастный ассист. Этот Shadow Shaman, по сути, сделал всю игру, то есть команда Na'Vi не смогла противостоять одному единственному игроку. Да, здесь были планы Б, здесь была Бруда, здесь был Морфлинг, здесь был Найт Сталкер, но при этом, так как бы вспомнить, от чего падали тавера, ни от Найт Сталкера, ни от Морфайта точно. Ладно, да, друзья, сейчас мы переключимся на второй матч. Пока что небольшая пауза. И перед тем, как на эту небольшую паузу мы уйдем и перейдем ко второй части и к третьей части данного выпуска, немножечко скажу вам по тому, что нас ожидает всех в ближайшем будущем касательно студии. Так вот, студия Игрокам ТВ и я, в частности, ее комментатор-друг, проводим турнир. Турнир для подписчиков нашего паблика. Ссылку на наш паблик вы сможете найти прямо под твичом. Турнир этот будет проходить в ближайшее время. Он планировался на 13-14, но в связи с тем, что набор людей продолжается, немного отложим и анонсируем завтра более-менее точные рамки, когда же все-таки турнир этот начнется. Регистрация на этот турнир проходит у нас в самой группе ВКонтакте. Там вы можете в обсуждениях форму заявки, а форма заявки простейшая, просто оставить комментарий в обсуждениях, найти. Вот, и сам турнир будет освещаться по всем канонам профессиональных турниров и трансляции по ним. Мы будем стримить вашу игру на нашем канале, она будет рестримиться на топ-сайты СНГ комьюнити всего по доте. Вы сможете наблюдать себя как в прямом эфире, так потом и в повторах на наших каналах YouTube, на нашем сайте. Вы сможете тут следить за турнирной таблицей и, соответственно, почувствуете себя частью настоящего соревнования. За настоящий какой-то игровой азарт, борьба. Все это будет
в полной мере реализована данным турниром. Турнир первый, турнир пробный, но мы попытаемся провести его на высшем уровне, чтобы вы действительно ощутили себя частью чего-то важного и качественного, и по-настоящему захватывающего. Ну что, небольшая пауза, 2-3 минуты, и переходим на второй матч, и на вторую часть нашего выпуска программы Retro International.